Так, ну вот движение началось. Вот так вот происходит процесс закидывания. Альгоздослолетник уже жерлиц используют. Такие вот красавчики. Кому? Нет, тут не очень неудобно, она будет цепляться постоянно за этот, за траву. Такая же тема, пойдем дальше. Ну лучше чуть-чуть подальше, как бы в этот раз отойдем. Да, вот здесь нормальная тема. Такая вот тут природа грамотненькая. Что, нормальное место типа нашел? Понятно. Ставим. Ну вот, воткнули последнюю. Идем разжигать костер и будем ждать поклевочки. Ну вот, короче, с первой проверки, с где-то четвертой или пятой донки, вот такой вот хороший налимасик. Ну это где-то грамм 700-800 точно. Хороший уже, потом взвесим. А, причем на самом деле мы тут это самое, он не особо-то сильно заглотил. Вот такой красава, Элла. Все, вернемся. Так, ну вот еще одного децельного цапнули. Заглотил. Да как, куда ты жерца-то взял? Вот он сожрал. А, ты имеешь в виду, я думал, ты сам просишь. Да, одного вставляй сюда, заменим как раз. Понял. Так, ну вот заключительная проверка. И вот с одного пятака два налимчика на донке рядышком стоящие. Соответственно, 4 штуки у нас. Каждому по одному. Сейчас будем жеребий тянуть, кому какой достанется. Вот. Ну, нормально, что. Тут, видимо, выход у него сейчас как раз произошел в этом месте. Ага. Все. Такая вот тема.